Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars. Сегодня у нас третий выпуск рубрики «Игроки о Music Wars». Как всегда, положительное, отрицательное, ну и, соответственно, мнение простых игроков о игре. Я понимаю, что эта рубрика говорит вам о том, что ваше мнение в большинстве случаев совпадает с тем, что вы слышите, поэтому, если что-то не нравится, если что-то непонятно, жду ваши сообщения, жду ваши высказывания о игре, пишите мне в ВК. Ну а сейчас слушаем. А я игрокам казино. Сегодня хочу поделиться с вами тремя темами. Первое. Баланс, донат, простой игрок. Второе. Жизнь на лоу-левеле после тридцатки. Третье. Супер призыв на май, Новый год. Начну с баланса игроков. Донат, не донат. Как все вы видите, игра сделана так, что без доната играть крайне сложно. С нас просят за все. И за VIP-аккаунт, который при активной игре можно получить бесплатно, что безусловно плюс. И за перекруты колеса. Да-да, конфеты без него самое то. И за перекрут стат. Отравка. Обожаю. Не забываем, что есть ивенты. Топовые, куда вы тоже вкладываетесь. Альтернативный донат в игре тоже есть. Вы сейчас посмеетесь, называется биржа. Вот мне вы озолотитесь на 1-10 рубинов. Слив крионит. В итоге вы открываете бесплатки, надежда на чудо. А вам говорят, извините, вот ноль. Идите дальше петов и т.д. До скорой встречи через полгода, там плюс 2 получите. Эта игра вас провоцирует на донат. Но я поддержу тут казино. Без доната в эту игру мы бы не смогли играть. Это простая экономика. Не будет им на хлеб с икрой. Не будет у нас игры. Но им надо пыл бы умерить. Вы знаете, я топовая тридцатка был. И начал с нуля, так как я обещал, что брошу игру. И не буду ак восстанавливать. У меня на поиск ушло 8к рубинов с нуля. Это не к тому, что до хера, хотя оно так. А вот как раз о балансе донат нет. За 2 недели я могу бить 20 уровень уже. Как вы думаете, это нормально? Донат в игре решает все, к сожалению. К сожалению, только Саня на 30-ке без доната норм играет. Он проигрывает в игре всю жизнь. Хотел бы поделиться своим мнением насчет баланса на левелах. Это второй пункт. Я считаю это беспределом. Как 30-ка бывшая, могу изи сказать, что они жируют, а лоу-левел заглатывают огромные писюны. На 30-ке минималка задания 50-600 звезд с фанаткой. На лоу-левелях 7, 14, 28 звезд. Самое большое, что я видел, 48 звезд. При условии, что надо опять заблочить опыт, это или игра разума, опять же донат, или 5 рубинов, что, естественно, тоже донат. И спрашивается, нахрена тогда их выполнять? А цены на лоу-левелах такие же, как и на 30-ке, что на эйфе, что на мехах, и расходка не дешевле. И когда я был на 30-ке, я об этом не думал. Вот где боль, а не включить секс даже. Вот это надо править. Кредиты не апте, согласен, они к уровню привязаны. 7, 8, 9, 10, неважно. Но звезды каким раком к уровню подвязываются? Давайте рубин так к уровню подвяжем. Тогда нам скидочку 80% примерно предоставьте. Для лоу-левых игроков. Я все билеты на Экспо и т.д. за рубины покупаю уже. На войну сходил, выбил 2 ринга. Получил 20 опыта. Это нормально, по-вашему? Чтобы не получить опыт от этих 20, я должен потратить 5 рубинов. И спрашивается, зачем мне тогда на войну ходить? Легче не ходить. Теперь расскажу про суперпризы и Новый год. Да, я не взял Марка. Уже 2-й год подряд. И психанул, и ушел. Не надо мне каждый день про это писать. Да, я обещал не вернуться. Я не вернулся на 30-ку, как и обещал. Я за словами слежу. И поэтому 30-ку я не стал восстанавливать. И по-честному с нуля начал. Даже АК не купил новый. Что, к сожалению, конечно, больно, но так жизнь сложилась. Пришлось вернуться. Насчет Марка и Трона. Я на стриме у Сани говорил, что у разробов финансовое дело дно.
Борется за марк 1-2 человека. Волнует того 3-7К рубинов в среднем выходит с одного тела. Профит хрен с ним, 12К рубинов в общем. Я не буду говорить про то, что я с бисексом там положил намного больше, это уже не в счет. Почему разрабы не могут додуматься, что прошлогодние коллекции, как в прошлом магазине одежды, можно продавать? Сделайте планку, безусловно, высокую, 3К рубинов для Марка и Трона. И повышайте по 1К вверх для второго и третьего и так далее. То есть, ну, за одну распродажу там 2-3, не больше. То есть, там 4-5 уже пока не надо, надо жать следующее. Столько зарабатывают они, это просто пипец. Вот они столько заработают, это вообще, ну, ни херово так, если они так сделают. Если они боятся вайна, там, топовых игроков, так топ так примерно и тратили. И у них же не забирают последнюю современную коллекцию. Просто бред слить 20 карубинов и видишь попу. Ребят, на прощение вам скажу, играйте для себя. То, как хочется, с донатом или без. Ну, слушайте на экспо, что вам говорят более опытные игроки. Потому что то, что я вчера видел там на Братоминаторе в 5 утра, это просто жесть. Потому что, блин, ну, ребят, извините, но там просто долбоебы были. Всем привет, я уже играю в Мзмар больше 5 лет, но, конечно же, мой путь начинался с слабого аккаунта, но даже тогда я вообще не ожидала, что меня так затянет в эту игру. Я думала, что я поиграю, зайду немножко, там, схожу пару разочков на элитки, и на этом все. Но через некоторое время я начала более усердно играть, более часто заходить в эту игру. Сказать о том, что мне в ней нравится, ну, как бы, как сдержать слезы, как говорится. Помню, вот в те времена, когда я была очень слабой, у меня, то есть, была мощность маленькая совсем, я ходила на полигоны, а у меня был 10-й вроде бы уровень, и меня дрючили всякие парадоксы, ямбы и вот такие ребята жирные. И я вот на них смотрела и думала, как же я хочу быть похожей на них. Ну, мне было лет 15, то есть я и донатить не могла в этом возрасте, то есть денег у меня, конечно же, не было. Вот, и я на них смотрела, думаю, как же хочется быть такой же жирной. То есть хочется хотя бы какой-то, как бы, как-то им сопротивляться, а не вот такой вот, просто он кинул гренку, и мы все подохли. Вот, и что же я решил делать? Тогда, в эти времена, водил кошмарки Маугли. И я уже даже не помню, как я попала туда, но я начала ходить усердно, и получала большое количество ресурсов. То есть, это такой огромный старт, огромный толчок к тому, чтобы я качалась и была хотя бы чуть-чуть сильнее, чем нуб обычный. То есть, вот. И что сейчас сказать об игре? Ну, вообще это сплошной рандом. Я вот считаю, что все тут рандомно абсолютно. Но многие говорят, что есть какие-то стратегии, там, качание, не знаю, вот это чипами, что там как-то нужно тыкать по-особенному или как-то особенно крутить колесо, чтобы падало что-то, или даже качание тех же самых лег. Но мне кажется, тут никаких стратегий вообще нет. Что касаемо подарков, говорят, что нужно как-то открывать сначала там средние, потом большие, потом маленькие. Я считаю, что в этом никакого смысла нет. Но я посмотрела одного блогера, ну, Музварского, конечно же, и он там сказал о том, что есть, ну, по его мнению, определенная шкала. С открыванием подарков эта шкала наполняется. И чем больше наполнена эта шкала, тем больше шанс того, что тебе что-то выпадет. Какой-то дроп, там, не знаю, что в подарках. Ну, вот это похоже как на мне хоть на какую-то правду. То есть это как-то приближено к правде. Но все же я считаю, что рандом. И рандом, как всегда, не на стороне игрока. Это очень печально, меня это очень расстраивает. Как персонажа более-менее донатного. То есть я все равно
деньги вкладываю, какие-никакие, хоть это месячный план. Но все же вот в эту волну я решила скупить подарки. Начала я, конечно, с бесплаток, скупила. И мне начала падать Катюша. Она у меня была там плюс 2, плюс 3. И опа, она уже 8-я, опа, она уже 9-я. Также позитрон, то же самое. Ну и я вошла в азарт и задонатила пару тысяч. И что сказать, у меня фул расширитель, то есть, ну, он выпал 10-й. У меня фул чипователь. И у меня фул... Что? Нет, у меня не фул, у меня 20-й пояс. А, фул Катюша. То есть дроп отличный. Вот мне показалось, что вот именно в этой волне очень хороший дроп. И администрация прислушалась и сделала лучше. Вот мне действительно так показалось. Что, как подытожить, сказать, ребята, пожалуйста, если вы хотите более-менее как-то качнуться и стать сильнее, ходите на кошмарки. Копите расход, копите звезды, копите рубины и приходите. Пусть, да, вас там первое время будут не брать, кикать, но можно попасть, и если очень захотеть, можно попросить меня или кого-то более идущего на контакт. Все. Что ж, давайте поговорим о плюсах игры сначала. На мой скромный взгляд, плюс у игры есть всего лишь один. Кто бы что ни говорил, но плюс у этой игры есть только один, и это неповторимость. Думаю, каждый пытался найти похожую игру на Music Wars, и у него это не получилось. Я просто уверен на 100%. А если он и находил похожие игры, то это Mojo Stars. В принципе, уже мертвая игра. Пытались они, конечно, создать что-то похожее, но не получилось. Ну... И давайте поговорим теперь о минусах. Их просто миллионы, все перечислять не буду. Назову только парочку. Первое – это донат. В принципе, разработчики зажрались просто не по-детски. Если сравнить 2014 год и сейчас, дропа нет. Если я в 2014 году мог задонатить 5000 рублей и выбить пета чуть ли не на фул с больших подарков, сейчас, если я задоначу эти же деньги, я не выбью ровным счетом ни хрена. В принципе... Ну и одна из самых огромных проблем, как я считаю, это баланс. Баланса на полигоне нет уже, в принципе, совсем. Да и откуда бы он взялся, если этот минус можно перенести к первому минусу. Типа донат и баланс. Если человек не донатит, человек не будет на полигоне делать ровным счетом ничего. Если у этого человека нет опыта в игре, то есть новичок не может зайти и понять, что ему делать в игре. Нету ни обучения по мехам. Могли бы сделать какие-то меха против ботов, чтобы человек понимал, что ему на полигоне делать, хотя бы какую-то небольшую тактику ему полигону рассказали. Так нет, этого уже нету. Есть только обучение, которое появилось с релиза Music Wars, в принципе. А что там? Показывают, как правильно бить бои на территории, и все. Ну, спасибо, разработчики, вы очень щедрые. Ну, и еще один из самых, наверное, гигантских минусов по Music Wars, это полигон, это экспедиции. Смысла в них я уже не вижу давно. Я на них хожу просто, чтобы у меня были медальки. Нафармить тех же 100 зеленых ключей, но я не знаю, сколько это времени надо. Я за 2 или 3 месяца нафармил около 40, по-моему, 45 зеленых и около 120 серых. Ну, как бы. И это с учетом, что я серые очень часто открывал, чтобы прокрутить 2500 торнов. Про колесо фортуны я вообще ничего говорить не буду. Без перекрутов туда вообще нет смысла заходить. Ну, как бы. Перспектив у игры нет. Они получают миллионами донатов, но они не хотят ничего вкладывать в эту игру.
Ладно бы, если бы они не рекламировали эту игру. В принципе, они могли бы даже эти обновы свои ненужные не делать, эти расширители добавлять. Они могли бы просто сделать хорошее обучение и вложиться хоть немножечко в рекламу. Есть миллионы ютуберов по браузеркам, которые довольно популярны, у которых по 50, по 100 тысяч подписчиков. Они могли бы у них ролики заказывать, стримы, и игра бы развивалась. Но, к сожалению, перспектив нету этой игры. Сейчас либо они закрывают эту игру на Новый год, либо они ее просто переносят на новый движок и дальше будут высасывать с людей деньги. В принципе, что скорее всего и будет, потому что Music Wars — это очень успешный бизнес. Они делают ни хрена, а получают они до хрена. Ну и еще хотелось бы немножко поговорить о нет игре на рухе. В принципе, доктор делает очень хорошее дело, он пытается хоть немного спасти эту игру. Но, к сожалению, нет игры на рухе, это как бы, это прискорбно не звучало, но это неэффективно. Разработчики Music Wars задумываются о своей игре только тогда, когда перестанут поступать донаты. Потому что, в первую очередь, Music Wars — это бизнес, и на ком ты будешь играть, им глубоко пофиг. То есть сольешь ты 10 волн, например, за пару эксп на Созе, или 10 турбачей, либо ты сольешь их на рухи, им без разницы. А вот если ты донатить перестанешь своего персонажа, они задумаются. Но, скорее всего, если все донатеры перестанут донатить, они не будут что-то поправлять в игре, они ее просто закроют, потому что бизнес перестанет приносить доход. Что-то очень огромное у меня уже голосовуха. Уже целых 5 минут. Поэтому, наверное, буду закругляться. В принципе, я сказал все, что я думаю о этой игре. В ней один только плюс и куча минусов. И это я еще не все перечислил. Это всего лишь пару каких-то мелких минусов, которые можно, в принципе, исправить в один день. И игроки будут довольны. И будут они также донатить. Даже, может, больше. Но разработчикам плевать, им сейчас приходит доход, и им глубоко пофиг, что вы там ноете. Им, что вы им пишете жалобы, и им плевать. Меня вот уже сколько раз в группе их официально ВК банили. Только за то, что я написал вообще не оскорбительное даже сообщение в личку. Они меня просто заблокировали, потому что я попал под пункт правил. Я не помню, как он правильно называется. Но, короче, я выставил в плохом свете их игру у них же в комментариях. Ну, вот такое вот отношение к игре. Поэтому я вам советую не донатить в эту игру. Много хотя бы. Эта игра стоит максимум месячного плана. Больше месячного плана эта игра вообще не стоит. Максимум там на Новый год можно 3000 задонатить, чтобы попробовать хоть что-то выбить. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что вы за 3000 хоть что-то выбьете. Я вот лично на эту акцию слил около 60 тысяч звезд. Я ни хрена не выбил. Все, что я выбил, это ресурсы. И то... Ну, спасибо хотя бы, что вы ресурсы в майских и на новогодних акциях добавляете чуть побольше, чем обычно. Про большие подарки я вообще молчу, мне с больших подарков ни хрена не выпало. Поэтому спасибо всем, кто это слушал, и удачи вам в развитии. Привет всем. Меня зовут в Music Wars Сивилем. Ну, это, соответственно, мой никнейм. Играю 5 лет, но с большими перерывами из-за того, что я очень много раз забрасывал данный проект. Из-за того, что нету какого-то контента интересного. Все однотипно, все одинаково, неинтересно вообще. Ну, в общем... Начну, наверное, сразу с замечаний, то есть уже первое, это уже было услышано, то есть все однотипно, все одинаково. То есть это касается тех же самых обычных заданий, которые даются всем, типа, на там, собери несколько очков, там, например, в мини-игре Musebox и получи там кредиты. Или там побей кого-нибудь там ботов для того, чтобы выбить какой-нибудь подарок, например, энергетик. Ну, и
как бы администрация над этим не выкладывается. В общем, все оставляет на потом. Второе, как раз, что хотелось бы высказаться негативно, так это администрация. По поводу администрации у меня плохое отношение к ним, то есть техподдержка сама как бы не рассматривает замечания игроков, то есть им наплевать на мнение чужих, ну, других игроков, то есть просто все равно. Они как бы занимаются своими делами, они занимаются своими потребностями. Я, извините, то, что я так волнуюсь, мне... Ну, блин. Ладно, проехали. Что хотелось бы высказаться в положительную сторону, так это по поводу аудитории и вообще комьюнити Music Wars. Комьюнити Music Wars, по моему мнению, очень ламповая, очень приятная, со многими игроками приятно говорить, общаться. Можно то же самое подружиться и общаться навечно или там на долгое время. Ну, то есть не соскучишься с общением. И можно какие-нибудь занятия поделать, совместно на экспедицию сходить. И все в таком духе. Ну, правда, есть, конечно, некоторые индивидуумы, которые будут мешать играть. Поэтому и такое вот негативное отношение высказывается по поводу самой аудитории, но я на это не обращаю внимания. И по большей части я нахожу людей более в хорошей стороне, чем людей в плохой. То же самое и док. Вообще, огромное спасибо я бы хотел выделить тебе, доктор. Ладно, док. Извини. За то, что ты сделал такую рубрику. Я думаю, эта рубрика в дальнейшем будет больше и больше продвигаться. Будет больше всего развиваться, станет намного интереснее, наберет намного больше просмотров, чем остальные рубрики на твоем канале. И самое главное, я надеюсь, что администрация увидит мнение многих игроков и сделает на этом вывод. Спасибо. В общем, жду. Пишите мне ВКонтакте, но сначала добавляйтесь в друзья хотя бы, чтобы можно было написать. Давайте, жду сообщений и будем потихоньку поднимать новую рубрику «Игроки о Music Wars».